В селе Жалаулы Павлодарской области тоже устраняют последствия паводков. Пострадавшим выплатили компенсацию, и уже идет строительство новых домов для тех, кто лишился крова. Как в Павлодарской области возвращаются к привычному укладу жизни, расскажет Оскар Кабеденов. По Павлодарской области угроза подтопления жилых домов полностью снята. Переливов на автодорогах нет. Однако областной штаб по-прежнему работает в круглосуточном режиме. Спасибо всем, конечно. Вот, все оказывают помощь. Вот, дом строят, фундамент заложили. Вот, я лично сам всем доволен. Такие паводки в моей жизни уже второй раз вот повторяются. Было в 85-м году. Такое же наводнение было. У меня еще сын инвалид второй группы. Что могли, то они подняли. Но все. Потом приехала МЧС. Уже на следующий день утром. Молодцы. Все, они вытащили мою технику, мебель. Ну и все, из воды вытаскивали. И водолазы у нас были. На сегодня компенсацию получили 120 семей на сумму 98 миллионов тенге. А через 3 месяца в селе Жалаулы планируют завершить строительство 5 домов. Все они будут приспособлены к природным особенностям региона. Эти дома именно на наш регион рассчитаны. У нас расчетная температура -38. Вообще расчетная температура. Стены утепленные, газоблок. Утепляется пеноплексом и облицовка силикатным кирпичом. Крыша перекрывается железобетонными плитами. Отмечу, ход работ по устранению последствий паводка находится на личном контроле акима области. А в целом жизнь переходит в привычный ритм. Идет подготовка к посевной. Оскар Кабеденов, Алексей Мельницкий, Жебек Жолы, Павлодарская область.